тут Никонор едет с праздников, да? Всем привет, это Никонор. Вот как поехал Новый год встречать, так вот целый месяц и встречаю. Уже газелка моя заканчивается. А тут как раз автомобильчик мой, говорится, сломался. Вот. Пришлось вызывать техпомощь. Вот так. И сейчас меня потянут. И погода. И станцию потянут, да? Погода такая вот. Да вы вместе были по бабам ездили, да, Володя? Владимир. Молодцы, Владимир, ну. Как сколько было? Тебе лет? Лет 70, да? Ну, почти, да? И вы еще по бабам катаетесь. Ну давай, садитесь, едьте на станцию тяни. А что сломалось, Никонор? Полуось обрезал, пушевал там, снег, мороз. А, выпил, наверное, добро перед бабами пятаки крутил, да? Да, давал этому запорожцу жизни. Ну ты даешь, видишь, у тебя еще есть порох в пороховнице, есть да? Есть еще порох. Вы нормальные пацаны еще, да? А каких у девушек хоть катали там, молодые или старушки какие? Мы так ближе к своему возрасту. Нормальные разведенки, да, вдовушки, да, вдовушки, да? Вдовушки. Бабушки, старушки. Короче, да, магнитола у вас нету тут? Ай, тут уже. А, вы на баяне резали, да? Пропили. А вы на баяне резали? А где баян? Баян. Пропили. Пропили, да, порвали, наверное. Ну давайте, едьте на станцию. Это Никонор, вот это парень. Нормально тяга идет. Таких вот. Мы, таких не видела Россия. Ни один вездеход не пройдет, где идет наш тяга. Никонор, там подписчикам передавай привет, у тебя уже много подписчиков есть. Всем подписчикам привет, подписывайтесь на мой канал. Все будет очень интересно.